Пытались объяснить людям, что Иисус живой. Им это не открыто просто. Представляете? Просто не открыто. Как бы мы вот слова не подбирали. Я вот недавно опять пытался брату своему родному свидетельствовать и как-то так со стороны зайти пытаться. Нет, все знает. Религия — это инструмент управления людьми и все. Я говорю, Иисус — это не религия, Иисус — это Он живой, Он Бог. Он реальные живые отношения. Я говорю, я тебе не про религию говорю, я тебе говорю про живые отношения. В итоге мы так с ним разругались. Вот просто он мне там что-то припомнил, что я ему что-то плохо говорил. Он говорит, вот, а ты мне говоришь, а сам как себя ведешь. Ну, я думаю, это Бог работает с ним. Аминь. Я вот, ну вы видите, нет, что я, как я наполнен, нет? Вот я мог бы еще минут 40, наверное, это делать. Я сам в шоке, я сам не был никогда вот в таком, просто Бог реальный. И вот Вадим, мне очень понравилось на прошлое собрание, как сказал, как прочитал Исаию, как сделал вот акцент на этом. Меня вот просто как накрыло, так до сих пор не отпускает. Вот знаете, что он сказал? Вот он даже сам не заметил еще до конца, что он сказал. Он даже, он, знаете, он говорит, ну, мы прочитали Исаию, помните, Бог сидит на престоле. И что происходит? Ризы его. Не ризы его. Края. Края риз его. Вы представляете, что это такое? Это вот, вот видите, у меня уголочек есть такой здесь на рубашке. Да, и вот если он будет... И вот он просто спускается туда, и краешком рис, что происходит? Заполняет весь храм. Просто, представляете, сколько нам нужно всего лишь, вот чтобы просто нас наполнить. Мы столько всего ищем, там пытаемся, там, чтобы нас наполнило что-то, считаем, что это важно или то важно, да? И иногда ищем, Бог, наполни нас, открой мне лицо свое. Какое лицо? Какое лицо? Если по-настоящему маленький краешек его одежды заполняет собой весь храм, какое лицо? Помните, когда он, я не помню, Моисей, по-моему, тоже ставил, но Илию ставил в расщелине, да? И Илья его попросил, открой мне себя, Бог. И там сначала ветер, потом огонь, и потом дуновение. Ну, я не помню, как там было, но смысл такой, что Бог прошел, а потом говорит, открыл ему, говорит, а вот теперь смотри. Чуть-чуть просто смотри. После того, как он прошел, на что смотреть? На края риса. Я реально, я в шоке просто на самом деле. Знаете, вот мы иногда, я говорю, я поэтому не так... Хочется вот побороться за этих людей, которые думают, что они разочаровались в Боге. Понимаете, так вот много людей, которые шли, шли, и просто из-за того, что они что-то не так поняли и не в ту сторону как-то пошли, они еще чувствуют себя разочарованными в Боге, разочарованными в церкви, там, просто вот какое-то разочарование. Но оно действительно есть, потому что действительно можно ходить в церковь, и ничего не чувствовать, ничего не ощущать. И не то, что даже ничего не ощущать, дело даже не в ощущениях, и даже практически, наверное, и не верить, да? И в церкви может и, да, ну, в церкви не может, потому что церковь — это собрание верующих, да? Но в месте, где иногда собираются верующие, может быть такое, что и маловато присутствия Божьего, и маловато откровения настоящего Божьего, да, и слова. Но
просто еще раз подумайте об этом, что нам хватает краешка, его одежды. И не просто вот, чтобы чуть-чуть наполниться, а чтобы просто заполнить. Потому что храм – это мы. Храм – это мы. И вот этот вот краешек, спадающий оттуда с престола, это даже вот, представьте, нам, мы до самого Бога даже еще не добрались по сути своей. Просто не добрались. Просто один маленький краешек, который может заполнить всю свою жизнь. Всю нашу жизнь. Меня до сих пор просто вот этот вот... Ну, знаете, еще что? У меня есть предвкушение. Что я когда-то начну видеть что-то другое. Что за краешек, но я смогу что-то там заглянуть, посмотреть когда-нибудь. Понимаете? Мне когда-то казалось, что бывали такие моменты, что я уже и на эту тему проповедовал, и на эту, и на эту, и на эту, и на эту. И похоже, где темы-то, о чем еще проповедовать просто? Но вот сейчас просто, когда вот этот краешек рис, и их уже бесконечное множество, этих тем, а что дальше будет? Вы знаете, еще вот мне очень нравится, там вот ангелы летали, и они кричали «Свят, свят», да? И есть такая телепередача, можете ее в интернете найти. Это какие-то американские там, ну, проповедник такой, достаточно известный, великий, у которого было откровение, он был на небе. Но мы знаем, что это возможно, да? Мы сейчас не будем это обсуждать, был он, не был, мы знаем, что Павел был, да? Ему было открыто, там, мы знаем, что Иоанн был. Есть также свидетельства людей, которых Бог туда забирал и показывал им что-то. И вот этот человек рассказывает, он говорит то, что он просто, ну, ему откровение было, что это такое. Вот эти вот серафимы летают, и они кричат «Свят! Свят!». И вы знаете, что они не просто вот летают и кричат «Свят!», просто потому что они как вот кричат «Свят!» и все, «Аллилуйя! Аллилуйя!», да? А они каждый раз, пролетая как бы над Богом, видят новое откровение Бога, и они просто восхищаются вот так и просто восклицают «Свят!». И еще раз «Свят!» опять. Понимаете? То есть и это длится бесконечность. Понимаете? Бесконечность. Вы представляете, какой Бог? Вы представляете, просто вот мы... А мы что-то там разочаровались. Представляете, есть люди, которые просто вот в чем-то разочаровались. Не начинали даже многие. Ну, там, мы знаем, да, и в притчах написано и про, там, и про камни, и про тернии, и про все остальное, что есть просто вещи, которые заглушают, которые не дают Божьему Царству у нас прорасти, этому семени, этому вот настоящему Божьему присутствию в наших жизнях. Поэтому нам просто нужно двигаться, И вот сегодня я хотел бы одну тему такую тоже вот разобрать, именно вот как мы, один из инструментов вам дать, один из ключей, как двигаться, да, куда двигаться, в чем нужно двигаться. Потому что вот помните, там, до одной проповеди я вам говорил то, что мы должны двигаться в духовном, как-то делать шаги, да, и мы просто говорили о шагах. То сегодня я хотел бы дать один ключ, который увидел в Писании. И тема называется «Где я записал?» Тема называется «Спровоцируй конфликт». Ничего вам это не говорит? Ничего. Вот прям так назовем. Просто «Спровоцируй конфликт». А с кем конфликт? С чем конфликт? Мы как раз сегодня поговорим. И насколько это необходимо, и насколько это нужно вообще, и что это такое вообще. И я считаю, что это нужно. Давайте откроем Евреям. Как всегда, куча листков, и не могу найти, где написано. Где написано, что Моисей... А, Евреям 11 глава, 23 стих. Все, сейчас я тут разберусь. Евреям 11 глава, 23 стих.
верую, Моисей по рождению... давайте 24. Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. И вот так красиво написано про Моисея, да? Верую написано, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Действительно ли это так было? Отказался он называться сыном дочери фараоновой. Знаете, мы иногда просто думаем, что Моисей как будто бы вот сам смог это сделать. Вы представляете, да, сын дочери фараона, живущий во дворце до примерно 40 лет, имеющий все, деньги, власть, развлечения какие хочешь. И вдруг мы вот видим, что он верою отказался называться сыном дочери фараона. И мы можем так подумать просто в своем представлении, что вот что-то в голове у Моисея такое переключилось, и он сказал, все, я отказываюсь называться сыном дочери фараона, я оставляю, да? И вот это представление как раз, вот оно иногда нас не туда ведет. И от нас, как бы, да, мы от себя требуем каких-то невозможных вещей на самом деле. Знаете, вы знаете это такое писание, что место писания, что тот, кто является другом этому миру, является врагом Бога. Mm-hmm. И написано то, что не любите этого мира, всего того, что в мире, да? Mm-hmm. И как будто бы это вот, да, вот от нас тут зависит. И мы чувствуем на себе такое давление, что нам нужно как-то вот не любить мир. Нам нужно отказаться от каких-то вещей. И пытаемся с этим бороться собственными силами. Пытаемся как-то что-то делать, может быть. Но на самом деле бесполезно что-либо делать. Мы сейчас это увидим. То, что мы в принципе сами от этих вещей отказаться не можем. Сами мы победить этот мир не можем. И мы сейчас говорим не про тот мир, который вот за окном, люди и все, что там творится. Мы говорим про мир, который внутри нас. Все, что такое есть мир? Похоть плоти, похоть очей и гордость жизни. В первом послании Иоанна, во второй главе написано, то, что все, что есть в мире, есть не от Отца. Но. И все, что есть в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И это говорится о внутренних вещах, которые есть в человеке. Поэтому вот, когда мы смотрим этот пример с Моисеем, он тоже отказался от мира внутри себя. То есть мы видим это как история такая, связанная с фараоном, что он был сыном дочери фараона, он жил в определенном месте, приятном таком, да, то, что ему нравилось. И вот однажды он отказался. Но так ли это было? Просто ли он отказался? Поэтому тема сегодня называется «Спровоцируй конфликт». Что произошло, когда Моисей отказался быть сыном дочери фараона? Он убил египтянина. И защищая своего брата. Он убил египтянина, и именно этот поступок вынудил его убежать из Египта. То есть, что я здесь хочу сказать? Произошел конфликт. Из-за одного маленького египтянина. И мы сейчас будем, да, вы знаете, когда жене сказал про то, что Моисей убил египтянина, она так сразу: убил человека. Нельзя про это, да. Но мы знаем, что здесь речь идет не о человеке. Здесь речь идет о чем-то таком, да, что Моисей мог победить один.
Вот представьте просто сравнение, да? Моисей сам убил египтянина, одного, и убежал. Но потом, когда они проходили Красное море, уже вышли из Египта, утонула вся армия египетская в море. И это как сравнение, что можем сделать мы и что может сделать Бог. Но если бы Моисей не запустил этот механизм в своей жизни, не спровоцировал бы конфликт, тот, который произошел, не ввязался бы в это, то и дальнейших событий тоже бы не было. Потому что, и мы можем здесь посмотреть, что на самом деле это не Моисей убежал из Египта, а это мир убежал из Моисея. Это дьявол убежал из Моисея в тот момент, да? Это что-то, что Моисей он спровоцировал своим поступком. И мы смотрим, чем спровоцировал Моисей этот конфликт. Своим, ну сначала до убийства, что произошло? То есть Моисей, он же не дурак. Аминь. И он не делал вот каких-то таких вещей просто вот случайно. Его что-то к этому привело. А привело его к этому, я так думаю, именно его понимание того, кто он. Вы знаете, что я думаю, что Моисей, он был, он знал, что он избранный. Вот реально, в его жизни такие события произошли. Вы помните, как он был спасен, да? Что он родился, всех пытались убить, а он попадает к дочери фараона в очень такое хорошее место и вырастает очень сильного, умного, грамотного человека, влиятельного. И он в своем представлении, в своем разуме, уже для себя, он думал, что вот оно. Он спаситель своих братьев. Он спаситель. Это реально было так, правильно? Он мессия для народа Израиля был. Ему Бог уже это открыл, у него в сердце это было. Я просто хочу чуть-чуть к вам тоже обратиться. Я считаю, что каждый христианин, он должен в своей жизни иметь эту мечту, кто он на самом деле. Я уверен, что избранным своим Бог это показал вначале. Вот когда мы только к Богу пришли, когда мы только к Богу приближались, Бог уже тебе открыл картины, кто ты есть на самом деле. Что ты на самом деле необычный человек. Что Он тебя соприкоснул со своей мечтой. Я не могу это даже словами описать, но в моей жизни это есть. Я хотел бы, чтобы... Я уверен, что в жизни настоящего христианина это тоже есть. И мы должны об этом не забывать. Вот когда ты слышишь слова «много избранных», но «много призванных», но «мало избранных», что ты думаешь о себе? Я просто хотел, чтобы мы вспомнили эти слова, потому что я уверен, что эти слова мы все слышали вначале. И нас интересовало, кто же я на самом деле. Но я знаю, что если ты Божий человек, ты отвечаешь себе, что ты избранный на самом деле. И знаете, все, что отличает призванных от избранных, это их внутреннее ощущение. Просто проснитесь, вспомните на самом деле, кто вы. И что Бог он вам говорил, что Он уже тебе говорил, что ты избранный. Что ты не просто призванный, но что ты избранный. И просто мое послание сегодня к этим людям, к вам, к тем, кто нас слышит, чтобы мы действительно вспомнили, кто мы. Потому что, ну, Моисей, он когда у него голова начала хорошо уже работать, он стал взрослым, он это все вспомнил. И его сердце начало влечь его к его братьям, к своему призванию, к настоящему, да? К тому, кто он есть на самом деле. И он не мог ничего с собой сделать. Это просто его начало туда влечь, тянуть. И он изучил. И там же не трудно было все изучить, правильно? Человек с такими возможностями, как Моисей, да, живущий в доме фараона, мог и книги все древние там найти, и изучить про свой род, и мог сопоставить эти факты. То, что действительно, кто он, как он родился, как он попал чудесным образом просто. Он знал, что Бог его туда поместил. Он знал, что Бог для него придумал какой-то план в своем да, царстве, да, для своей цели. Да. И Моисей был такой человек. Но
Есть еще вот этот вот процесс, когда Моисей уже вроде поверил и понял, кто он есть, да? И это правда. И это действительно это есть. И пока он этим всем стал. Бог часто открывает нам картины, и мы не знаем, как время расставить в этих картинах. Потому что он открыл, и у тебя уже картина. Но время идет. И вы представляете, сколько лет еще потребовалось Моисею для того, чтобы потом войти опять в свое призвание? 40 лет. Целая жизнь просто. 40 лет — это целая жизнь. Представляете, Бог вот его готовил. Просто мы иногда не представляем. Мы думаем, что вот наша жизнь, это то, что мы сейчас имеем, это вот то, что мы должны иметь, и ничего большего мы, похоже, иметь уже не будем. И мы уже свое мнение о себе сложили. Но потом бах, и горящий куст. Но мы сегодня говорим вот об этом начале. И знаете, там вот есть такой очень момент, такой, о котором вот в этом стихе, который мы прочитали. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался быть сыном дочери фараона». И это очень идет параллельно с вот видением, нашим видением, нашего центра обновления, да, то, что вот мы для себя взяли как видение, да, то, что Бог нам открыл, что мы работаем именно для уже людей слышащих, уже людей, которым не хватает вот этого перехода, которым нужно сделать этот переход и прийти в возраст, перестать быть младенцами, перестать быть детьми, перестать только жить для себя, да? И Бог действительно дает периоды каждому человеку в жизни жить для себя. Дает. Это нормально. И Моисею, он 40 лет жил сыном дочери фараона. И это тоже целая жизнь. Моисей вообще 3 жизни прожил. Там, потом в пустыне, и потом духовно. Прожил такие 3 жизни. Я считаю, что это тоже должно нас касаться, что не по времени, но в нашей жизни тоже должны быть эти 3 жизни. В жизни как бы избранных людей. И вот ключ я вижу здесь, который запустил вот этот весь механизм движения Моисея в свое призвание, вхождение в свое призвание, это был конфликт. Конфликт, который Моисей спровоцировал. То есть конфликт, мы вот привыкли, что конфликт — это что-то негативное. Но здесь я вижу, конфликт очень позитивную роль играет. Потому что на самом деле не в человеческих силах отказаться быть сыном дочери фараона. Не в человеческих силах. Я уверен. От таких вещей не отказываются. И если мы думаем, что мы должны отказаться от мира, да, внутри себя, от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской собственными силами, то это заблуждение, то это путь не туда. Поэтому мое сегодня тоже призыв, что не нужно бороться с вещами, с которыми не нужно бороться. Понимаете? Нужно просто, как написано у апостола Иакова, говорит, приблизьтесь к Богу, покоритесь к Богу, и убежит от вас дьявол. Приблизьтесь и приблизится к вам. Ключ в конфликте с миром – это приближение к Богу. Приближение к Богу в своем сердце, в своем поиске. Поэтому вот где нужно делать усилия настоящие. Или просто следовать тому, куда влечет тебя сердце. Вот у Моисея это началось, то, что он начал смотреть на свой народ, то, что он начал размышлять о себе, что он Мессия, что он избранный, что он от Бога, все, что, вот, да, он еще не знал ничего толком об этом, да, и не понимал, но он уже делал эти шаги. И на самом деле он просто вот, там такая ситуация была, он увидел, как этот египтянин обижает иудея. И знаете, что Моисей сделал? Он так, тюк по башке. Там написано, посмотрел туда, посмотрел сюда и убил египтянина. Мелочь. Все, что он мог сделать, да. Но этот вот процесс, этот маленький момент,
основанный на его приближении к Богу, запустил очень мощный механизм. Очень мощный механизм, то, что Моисей пошел в свое, начал входить в свое призвание. Поэтому мы сейчас еще поглубже посмотрим, что это такое. И на самом деле вот из-за вот этой ситуации произошел конфликт. И конфликт его просто как пробку оттуда. Раз и выше. То есть дальше Моисею не нужно было уже никаких усилий делать. Все само собой пошло. Понимаете? Поэтому на самом деле у Бога для нас с вами, для каждого из вас есть план. Есть конфликт вот этот. Есть то, на что ты должен как бы вот уделить свое внимание, войти в это, сделать этот, может быть, небольшой шаг, приблизиться к Богу, и получается, и поехала. Цепная реакция. Ушел, убежал, и попал именно в то место, где ему нужно было находиться. Хотя и 40 лет. И вот конфликт, он реально необходим. У меня просто про себя такой небольшой случай расскажу на работе. Вот действительно, иногда без конфликта никуда. Вот человек, который тоже занимается своим бизнесом, особенно, да, смеется. Знает, что бывают такие, наверное, заказчики. У меня был однажды заказчик такой, я коттедж делал, с которым сначала шло более-менее все нормально, а потом просто вот человек совершенно изменился, начал творить просто нереальные вещи, как бы неправильные, то есть уже зарплату отказывался платить, требовал все больше и больше, и просто неадекватно на все как бы реагировал, и все уже. И уже на самом деле, знаете, эти люди, они достаточно влиятельные, и ты понимаешь, что они могут тебе жизнь испортить реально. Вот просто ты как-то вот поступишь с ним не так, да? Там разорвешь даже отношения, просто скажешь, я не буду тебе больше делать, да? И реально он может проблемы там устроить. Понятно, мы не должны этого бояться, но иногда вот для того, чтобы выбраться из такой ситуации, нужен что? Конфликт. Понимаете, конфликт, чтобы не только ты с ним поругался, но чтобы он с тобой поругался тоже. Понимаете, чтобы вот, ну, произошел этот такой вот обоюдный конфликт, или вы знаете, есть друзья такие, да, когда вот, ну, реально ты знаешь, что тебе все, ну, нельзя уже с этими друзьями, ну, вот, но ты каждый раз как-то отходишь, и ты каждый раз как-то приближаешься и так далее, ну, не можешь ты отрезать эти отношения, все время что-то как-то захватывает, и вот часто конфликт помогает это сделать, просто вот конфликт, раз и разбежались, и я помню вот с ним так... Красиво все получилось, что он нас довел до такого же состояния, что и деньги не платил, и обещал, и на Новый год и я дам. И в итоге приходит несколько дней до Нового года, и я говорю, ну, и мы ходим там по дому, мы все вроде более-менее все сделали, все нормально. Я говорю, ну а что деньги? Не, деньги не дам. Я говорю, ну в смысле, как не дадите? Не может быть такого, мы уже несколько месяцев не получали, людям на Новый год нужно... праздновать там как-то, да, а он, они такие вроде себя хороших строят там с женой, принесли подарки всем строителям, шампанское, шоколадку там и так далее. Я ребятам говорю, ребят, вот эти подарки прям вот тут ставим и уходим, говорю, прям им отнесите, и ребята такие начинают, нет, нам не надо такие, да, и все, там на гордости вот просто вот пошли вон отсюда все, там, ну, меня, я имею в виду, и все, и конфликт, и нормально, и просто все. На этом все закончилось, реально, все. Мы пошли, и он понял, что и он тоже где-то не прав, да, и все. Но сам факт того, что как бы вот иногда нужно довести ситуацию до конфликта, для того, чтобы вот заработал механизм. И нам с вами нужно с этим миром довести ситуацию до конфликта тоже, внутри себя. И мы сейчас вот немножко рассмотрим, потому что что такое мир вообще? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И я так вот понимаю, что сегодняшняя тема, я могу так вот ее дать, и у нас останется такое, как впечатление, да, может остаться, что вот нам нужно... с этим миром поссориться, с людьми, с обществом, там, да, еще с чем-то. Ни в коем случае.
совершенно говорю о разных вещах. Говорю о внутренних вещах, о духовных вещах. Есть похоть плоти, есть похоть очей и гордость житейская. Эти вещи. Что такое похоть плоти и похоть очей? Для меня это примерно одно и то же. И это на самом деле очень простые вещи. И в Библии написано, что преисподняя и Авадон также ненасытимы, как глаза человеческие. То есть мы должны понять, что мы вот, наша вот похоть, она ненасытима просто. И это наш просто враг является. Но самый, и тут как бы все ясно на самом деле. Похоть плоти, похоть очей. На самом деле очень просто все. Но вот с гордостью житейской все посложнее. Она объемлет очень большую область нашей жизни. Гордость житейская. Знаете, что это такое? Мне очень нравится в современном переводе, перевод этого места Писания говорит так. Все, чем люди так гордятся в этой жизни. Гордость житейская. Все, чем люди так гордятся в этой жизни. То есть, что это такое вообще? Это помыслы, устремления, ценности, царящие в человеческом обществе. Помыслы, устремления и ценности, царящие в человеческом обществе. Что Иисус говорит? То, что, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И вот что, что это такое на практике? То есть, это вещи, которые просто... Ну, люди, они все время друг себя с кем-то сравнивают. И вот это вот сравнение себя с кем-то, оно до бесконечности может продолжаться. На любом уровне вообще. И все время сравнивая, и все время сравнивая. И у этого больше, а у меня меньше. И ты переходишь даже на другой уровень, и все равно будет кто-то, у кого будет больше, а у кого-то будет меньше. И ты все время сравнишь. То есть ты стремишься к этим вот вещам, которые люди так гордятся. И это может очень сильно все происходить и в церкви тоже. То есть иногда это все идет даже в служении. Там, то есть можно гордиться тем, что ты проповедуешь или не проповедуешь. Как к тебе как бы относится, как к духовному человеку, да? То есть ты все время себя сравниваешь. Меня Бог однажды просто освободил от этого. Я прям помню, это одно из первых откровений в моей жизни, которое я получил вот напрямую просто от Бога. Просто я жил в таком состоянии, что мне просто было плохо, я утонул. Меня это все гнило, угнетало, потому что я видел себя как бы вот и сравнивал себя с другими. Все время сравнивал с другим, что а вот у этого что-то, а у меня что-то не хватает, а мне нужно вот то, что есть у этого и так далее. Понимаете? И вот, вот эта вещь, она еще в одном из самых первых примеров Библии встречается. Каин и Авель. Правильно? То есть из-за чего Каин убил своего брата Авеля? Из-за того, что Бог принял у Авеля что-то, а у Каина не принял. То есть Каин увидел, что вот у Авеля что-то есть такое. И он не смог это просто вынести внутри себя. Понимаете? И это побудило его просто на убийство. Понимаете? И вот это вот, да, мы можем назвать это завистью, да, мы можем назвать это чем угодно, но это вот этим такой вот смысл вообще человеческих отношений. Он настолько вот глубоко пропитан во всей нашей жизни, вот эта гордость житейская, что все, чем люди так гордятся в этой жизни. Вот любые моменты, любые. Можно даже быть помазанным человеком и далеко уйти в служении, но потом просто вот сместить эти приоритеты и начать просто вот неправильно это все воспринимать. И гордиться, да, или другие люди будут от этого страдать. И вот эти вещи, как гордость житейская, да, их в принципе невозможно победить. Ну вот реально невозможно из себя все это изжить. Потому что мы живем здесь, на земле. И это как то же самое, что ну, невозможно ходить по воде физически. Невозможно. Но Иисус показал, что это возможно. Правильно? И только Иисус это показал.
Поэтому это просто вот, это мышление человеческое, которое просто вот нас пропитывает до составов и мозгов. И единственный ключ, ну как один из единственных, наверное, ключей, которые я вижу, да, это конфликт. Это пойти с этими вещами внутри себя на конфликт. Пойти с этим. Как это сделать? Не побеждать их, а пойти на конфликт. Не бороться против них, а пойти на конфликт с этими вещами. Немножко сложно, но вы поймете все, когда мы закончим сегодня. Потому что я дам еще пример. Еще один пример, это Иисус. Это Иисус и фарисеи. Вот это вот, вся, все его взаимоотношения между фарисеями и Иисусом. Знаете, что это были очень особенные отношения? Знаете, что делал Иисус? Что он делал? Провоцировал конфликт. Постоянно провоцировал конфликт. Провоцируй конфликт со своим фарисеем внутри себя. В каждом из нас живет фарисей. В каждом из нас. Кто такой фарисей? Кто такой, ну, как бы мы не только фарисеи, потому что фарисей — это слишком узкое тоже понятие, да? Но это вот такой религиозный человек внутри тебя. Религиозный человек, который знает тоже, как искать Бога, все, все он знает. Как читать Библию, как других наставлять. Но просто этот человек делает все не с тем мотивом. Ну, это вот гордость житейская, она преобладает в этом, вот в этом человеке, в этих мотивах. И что Иисус делал с фарисеями? Злил и позорил. При всех позорил. Это то, что мы должны делать внутри себя. Предать позору. Предать вот этому конфликту внутри себя, увидеть этого фарисея внутри себя, найти этого фарисея внутри себя, найти этого религиозного человека внутри себя и и ссориться с ним. Ссориться с ним внутри себя. И это на самом деле как бы непростая работа, потому что, ну, избавиться по-другому от этого невозможно. Сам бы, даже вот если мы возвращаемся к Моисею, Моисей бы не смог сам оставить. И это все пример об одном и том же. Моисей бы не смог победить этот мир внутри себя, находясь там. Ему нужен был этот толчок. Поэтому вот этот вот конфликт, этот толчок. Вы представляете, Иисус, он был такой, что он до поры до времени не говорил там определенных вещей, не делал определенных вещей. Но чем ближе было ко времени его распятия, тем мощнее он атаковал этих фарисеев. Представляете, то есть тут суть в чем идет, то что даже сам Иисус не смог бы вот пойти просто и сказать, все, распните меня, я хочу, чтобы меня распяли. Ему нужно было запустить этот механизм, который сделал то, что сделал. И мы должны тоже в наших с вами жизни запустить этот механизм, чтобы вот произошло, как и с Иисусом Христом, точно так же. Чтобы мы поняли, для чего нужно распятие, чтобы мы поняли, для чего нужен этот позор, чтобы вот этот вот конфликт, он привел нас в нужное место. Сам этот конфликт. Не мы сами. Поэтому это очень, для меня это ключ. Сильный ключ. И как бы, и я знаю, что, наверное, не каждый из нас сегодня это поймет и осознает. И сможет применить это в своей жизни. Но я вам это говорю для того, чтобы мы задумались. Для того, чтобы мы уже, что от нас требуется? Начать приближаться к Богу. Начать действительно искать настоящего Божьего. Начать, ну, для кого-то, как бы чисто практические вещи, ссоры с миром и конфликты с миром заключаются там в простых таких советах, в простых вещах. То, что, знаете, многие из нас просто вот живут, и там, где работают, они даже не знают, что ты христианин. Просто даже не знают, что ты христианин. И это не то, чтобы ты должен всех заевангелизировать, но ты должен, поссориться с этим миром внутри себя.
Понимаете? Выйти даже вот на этот свет, да? Как, то есть, вот этот вот конфликт для Моисея даже, да? Это был неким позором для него. Он был на определенном уровне, и вдруг он улетел как бы на другой уровень совершенно. Но это было как бы тоже необходимо. Поэтому часто вы не думаете, что вот этот конфликт, который мы хотим сделать, да, и в сторону которого двинемся, он будет для нас безболезненный. Он будет для нас болезненный. Для нас тоже. И для обратной стороны тоже. И для нас тоже. Но это необходимо просто. Поэтому Иисус так делает. И ему тоже на самом деле не очень хотелось идти на крест. Но ему нужно было так завернуть всю ситуацию вокруг себя, чтобы его туда привели просто. Чтобы привели, чтобы не было даже вот у него много возможностей оттуда как-то уйти. И мы должны так тоже вести себя, научиться вести себя самим собой, внутри себя, для того, чтобы произвести этот конфликт, создать этот конфликт. Обличай себя, проповедуй Христа. Не ссорься с неверующим. И это не тот конфликт, который нужно делать. Доказывая неверующим, что они там неправы, не туда идут. Проповедь Христа вообще не в этом заключается. Вы знаете, что он никогда неверующим никогда ничего не доказывал, что вы там... Он работал с верующими и говорил все верующим. И вел в основном... И поэтому вот этот вот конфликт, который был с фарисеями, это был с людьми верующими, как бы уже имеющие какие-то, да, там отношения или шаги к Богу. Как он сравнивает, с кем он сравнивает фарисеев? Представьте, он фарисеев называет: вы дети дьявола. Вы дети дьявола. Он говорит: как так? Мы дети дьявола. Представляете, как спровоцировал тоже. И вы знаете, что многие люди, читая это в Библии, идут, ищут фарисеев, которые там, да, говорят: ты законник, ты не понимаешь ничего и так далее. Здесь фарисей, внутри фарисей. Кто такие дети дьявола? Дети лжи. Дети, живущие во лжи. То есть дети лжи. То есть люди, пребывающие в неистине, во лжи, просто в неправильном представлении просто. Неправильно смотрящие на вещи, разум которых он испорчен, изменен, неправильно думает. И он еще называл: берегитесь закваски фарисеевой, которая суть лицемерия. Что такое лицемерие? Мы иногда так просто иногда даем оценку лицемерию, что это лицемер, кто там только вот лицемерит, да, на наш взгляд. Но лицемерие — это вот как раз гордость житейская. Когда ты делаешь вещи перед другими людьми. Для того, чтобы тебя там как-то люди заметили, похвалили, узнали и так далее. Сколько мы таких вещей делаем на самом деле? Вы знаете, что мы очень много таких вещей делаем? Я постоянно себя на этом ловлю. Может быть, вы нет, но я себя постоянно на этом ловлю. И вот это и есть ключ. Ловить себя на этом, обличать своего фарисея, позорить своего фарисея внутри себя, выводить его на свет, говорить, что это не те смыслы вообще, которые нужно искать. И вот Бог меня однажды освободил. Вот я прям просто помню, я от всего этого страдал, от того, что у меня не получается выглядеть перед людьми так, как я бы хотел перед ними выглядеть. Вот понимаете, просто страдал от этого. Вы знаете, от чего сейчас люди многие страдают? Вот недавно человек мне вот, я просто вижу, он у меня работает, и он страдает просто от одного. Ему на самом деле ни денег не хватает, а ему просто вот эти вот амбиции, кем бы он хотел быть, и кем являются те люди вокруг него, что они имеют, и он этого не имеет. И как бы вот он себя постоянно этим гнобит просто. Он страдает просто от этого невероятно. То есть он страдает не от того, что он не имеет денег, и чем-то не может воспользоваться, а он страдает вот от этого мнения о самом себе, что он какой-то вот не такой, ему вот что-то не хватает, просто сравнивая себя с другим. Понимаете, что такое гордость житейская? Вот это вот ловушка человеческого сознания на всех уровнях. Вы понимаете, вот есть у тебя миллион, ты будешь смотреть на того, у кого 10 миллионов. Есть у тебя миллиард, ты будешь смотреть на того, чего у меня миллиард, у этого 50 миллиардов.
50! Я тут на один просто миллиард столько сил и времени потратил, всю свою жизнь, всю душу свою продал, а у меня всего лишь один миллиард. Ёлки-палки, я просто нищий. Вы представляете, вот человек вот таким вот образом может себя просто съедать. И это не только на деньгах. И это не только на деньгах, на все, даже здесь, в церкви, в служении, там, все, все как бы, что важно у людей. Все, что важно у людей, все, что делает тебя вот, вот это, варится в этой гордости житейской. Все, чем люди так гордятся в этой жизни. И я вот помню, я ехал, я даже помню, я в автобусе ехал и страдал от этого просто. Я себе искренне об этом не говорил, что я от этого страдаю. Я просто от чего-то страдаю. Но на самом деле меня что-то точит, меня что-то делает несчастным. И вдруг я вот вспоминаю этот стих. Все, чем люди так гордятся в этой жизни, есть не от Бога. И я так думаю, зачем тогда я об этом вообще переживаю просто? Если это не от Бога. Значит, у Бога есть что-то другое для меня, о чем я должен переживать. Но об этом никак не должен переживать. И я просто в один момент просто... И все. И это меня отпустило на многие годы. Поэтому вот что есть фарисей, да, и все, то, что есть как бы лицемерие, то, что мы, он в чем обличал фарисеев? Он говорил то, что берегитесь, ученики. Ученики говорят, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Которая вот с этим, берегитесь вот этих мотивов, которые побуждают вас жить вот с такими ценностями. Вот, понимаете или нет? Мне вот чуть-чуть слов не хватает, я бы вам лучше объяснил, но я это понимаю, но слов не хватает. И вот против этого мы должны противостать. Внутри себя. Просто противостать. Осознать. Начать этого фарисея подкалывать. Подкалывать просто внутри себя. И мы будем идти тогда в правильном направлении, если это начнем делать. Потому что Иисус пришел принести не мир. Вы знаете, Ама? Он сказал, я пришел принести не мир. Вот все думают, мы все думаем, что Он нам мир пришел принести. А что Он пришел принести? Меч. Разделение пришел принести, понимаете? Разделение. Конфликт. Аминь? Аминь. Конфликт. Понимаете? Конфликт. Мы ищем, чтобы нам было хорошо. А мы должны искать конфликт. Конфликт. И не бояться этого конфликта. Понимаете? Потому что этот конфликт приведет нас туда, куда нам нужно прийти. Этот конфликт, заработая, просто вот научимся мы пользоваться этим механизмом, он как вот однажды начнет работать, и мы придем туда, куда нам нужно. На крест придем. Там, где вот все это прекратит иметь над нами власть. Понимаете? Нам нужно, чтобы эти вещи прекратили иметь над нами власть. Аминь. Мы не должники плоти. Мы не должники плоти. Аминь. Скажи, я не должник плоти. Давайте вот как любят в церкви. Скажи соседу, я не должник плоти. Я не должник плоти, Ром. Ты мой должник. Твой, да? Ну отдам все, Серег, не переживай. Никита отдаст, я тебе тоже отдам. Ну реально, вы понимаете, Павел однажды сказал, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. И это наш мотив, мы должны вот плоти своей сказать, как бы, я не должник тебе, чтобы вот так жить. И поймите, что вот это вот не жить по плоти, это не значит, что начать выкинуть телевизор из дома, да, компьютер выкинуть там, да, телефон свой выкинуть. Вы понимаете или нет? Да. Надо просто использовать эти вещи для Царства Божьего. Возьми проповедь, слушай на своем телефоне, возьми музыку, слушай на своем компьютере, приближайся к Богу. Пусть у тебя для фона играет проповедь или еще что-то. Вы знаете, вот как со мной начало все вот это вот, то, что происходит просто. Ну, может, оно раньше когда-то началось, но началось с того, что я просто начал каждый день включать на своем телефоне проповедь. Вот еду в машине, включаю, и все, и она идет там фоном, я что-то выхватываю из нее. И вот идет, и идет, и у меня жажда не кончается. Но я думаю, что это все как бы от Бога, но... И просто Бог в определенный момент дал эту жажду. Но смысл в том, что вот эти вещи, которые влекут нас не туда, мы должны как-то вот переделать. Переделать, развернуть в правильную сторону для того, чтобы искать Бога.
Давайте еще одну историю посмотрим. Мне очень нравится эта история, очень показательная, реальная история. Это Марк, 10 глава. Я ее прочитаю, мне нравится она. Наверное, многие из нас ее знают. Это история о молодом богаче. 17 стиха. Не, Матфея, что-то сегодня как-то это с пробуксовкой все идет. Конфликт. Надо Светьку сказать, чтобы повырезал там половину. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможное Богу». Представляете, даже вот такая история произошла, и ученики говорят: «А кто же тогда может спастись-то вообще?» Ученики говорят, ученики, написано, ужаснулись от того, что Иисус сказал. Потому что каждый в этой ситуации увидел себя на самом деле. Каждый, кто там был. Что они увидели, что на самом деле и они не все оставили, и они не все продали на самом деле. Но мне очень нравится здесь Иисус. И вообще вот мы иногда так вот напрямую читаем эту историю и на самом деле даже не понимаем смысла вот этой истории. Что же хотел здесь Иисус показать? Первое, что здесь видно, что вот этот молодой богач подходит к Иисусу и говорит: «Учитель благий», да? Ну, это как бы Иисус ему говорит: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог», да? Это тоже такая вот фарисей, да, внутри нас, что мы думаем, что Богу нужны твои дифирамбы, или как это сказать, нужна твоя лесть, да, что Бог чем ты вот приблизил. Он ему сразу это сказал. Это не нужно. Оставь это. Это неправильно. И потом он ему, говорит, да? «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И реально этот человек был искренний. Потому что Иисус ему говорит: «Ну ты знаешь, делай заповеди, и все будет хорошо». Он говорит: «Я все это исполняю уже». И мне очень нравится вот этот момент, он есть только у Марка. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему. Иисус полюбил его. Иисус полюбил, потому что этот человек был искренний на самом деле в своих побуждениях. И все, что он сказал про себя, это было правда, что этот человек эти все вещи делал. И Иисус полюбил его поиск, да? И что делает Иисус? Знаете, вот в этой истории мы думаем, что этот... Иногда так приводим эту историю, я ее слышал много раз, когда проповедовали, то, что вот она, твоя проблема, ты не можешь это сделать, поэтому ты печален, и ты уходишь печальный от Иисуса. И там написано, что он отошел опечаленный. И как бы мы думаем, что вот конец этой истории, это в этом конец этой истории. У меня есть откровение про этого человека, что этот человек однажды вернулся к Иисусу. Это просто мое глубокое откровение, знаете почему? Потому что это про меня откровение.
Потому что мне Иисус так говорил. Потому что в мою жизнь Иисус давал это слово. Потому что я ощущал себя этим богачом. Я ощущал себя этим человеком, который понимал, что он не может это сделать. То, что Иисус ему сказал. Он не может это сделать. И Иисус ему на самом деле, ну это мое мнение. Можете, как бы, да, можно тут спорить или еще что-то делать. Я считаю, что Иисус ему сказал, чтобы он пошел и продал все, и раздал, и как бы следовал не для того, чтобы он пошел и буквально все это сделал. Иисус дал ему слово мудрости, которое произвело конфликт внутри этого человека. Конфликт, что он отошел опечаленный. Что он еще мог сделать в этой ситуации? Разве он мог радостный? Да, сейчас пойду продам, и все будет, все, и все, и за тобой. Подожди, только не уходи, я сейчас, быстренько. Понимаете? И в этот момент ученики это тоже все почувствовали, они говорят... Кто же тогда спастись-то может? Они ужаснулись вообще. Представьте, они ужаснулись вообще. Потому что все себя почувствовали в этот момент, что все не готовы так поступить. Просто все не готовы так поступить. И на самом деле смысл, да, этого слова именно в том, что мы просто, что вот работа этого слова заключается в том, чтобы показать человеку, в данном случае этому человеку, что ценно в его жизни. Чтобы убрать эти иллюзии в его жизни, что якобы вот он чем-то может угодить Богу, что что-то в его жизни соответствует Божьей святости. Вы понимаете? Нам нужно перестать думать вот о себе, да, и вот что мы на самом деле чему-то соответствуем. Часто. Сравнивать себя. Потому что именно вот это тоже, это все путь не туда. Когда мы начинаем сравнивать себя, вот сейчас я соответствую, или когда я соответствую. Иисус дает этому человеку увидеть себя своими же глазами. Конфликт нам нужен для того, чтобы увидеть себя. Для того, чтобы действительно увидеть себя, кто мы, где мы находимся, где мы остановились, на каком этапе мы остановились. На каком этапе мы охладели, что мы действительно любим в своей жизни, что мы действительно ценим в своей жизни. И мне нравится вот это вот слово Иисуса. Знаете, апостол Павел, помните, когда говорит о духовных дарах, он говорит, то, что есть духовные дары, и он перечисляет их. Помните, какие, нет? Слово мудрости, слово знания, и пошли остальные. И для меня вот это вот слово мудрости, это как раз то, что сделал Иисус в жизни этого человека. Он дал ему это слово мудрости. Он дал ему не напрямую рассказал, как и что ему нужно сделать, но он дал ему такое слово, которое произвело конфликт в его жизни, которое просто вот подвинуло его в ту сторону, в какую ему нужно идти, чтобы он начал действительно искать Бога, чтобы он начал разбираться с этими своими внутренними ценностями, что ценно для тебя. Гордость житейская. Все, чем люди так гордятся в этом мире, в этой жизни. Мир внутри нас, мир. Весь этот образ мыслей, как люди живут в этом мире. Нам нужен этот конфликт для того, чтобы вот прийти туда, куда Бог хочет, чтобы мы пришли, в свое призвание. Моисей хотел очень быстро так все. Вот он в своем представлении все уже мессия. Потому что у него все сошлось. Мозги есть? Есть. Опыт есть? Есть. Сильный. 40 лет. Всем наукам обучен. Власть есть. Вот самое время по его мнению, было спасать людей. Но Бог запустил просто через это механизм. Потому что то, что он думал, чем он будет спасать людей, это было то, чем люди так гордятся в этой жизни. Павел говорит, то, что я по плоти могу быть выше всех вас. Я в такой-то день обрезанный, я фарисей из фарисеев, из племени такого-то, все про себя знаю, могу надеяться плоть больше, чем кто-либо. Но я все почитаю читой. То есть он
придает позору, позору просто вот эти вещи внутри себя, которыми он гордится, да? То есть он это вот просто за мусор начинает считать, он просто за ценность это начинает не считать, он просто убивает этого фарисея внутри себя, да? Он просто вот создает этот конфликт этими словами. Поэтому вот нам нужно туда идти. Слово Божье написано: меч обоюдоострый, разделяющий душу от духа. То есть душевное от духовного. Понимаете, это принцип Слова Божьего. Это то, что мы должны Богу позволить делать в наших жизнях. Если мы как бы не позволим Божьему Слову это делать в наших жизнях, то как бы нам смысла и пользы от Слова Божьего нет, потому что оно разделяет душу от духа. То, что ценно у людей, мерзость перед Богом. Поэтому, на самом деле, не буду много сегодня говорить. Спасибо. Я думаю, и так все ясно. Но давление – это наш помощник. Аминь. Вы понимаете, вот на примере с Моисеем, вот он произвел конфликт, на него было оказано давление, и мы должны использовать, вот я тут себе тоже написал, вот это вот давление от мира. Давление от мира. Вот мир так действует. И вот как бы вот конфликт — это нечто такое тоже, да, больше как бы от дьявола, да. Он создал конфликт, да. И мы должны вот этот вот конфликт, который он имеет, он же нас ненавидит. Понимаете, да, он хочет вот. И он, понимаете, вот мы должны использовать эту силу, как в айкидо, знаете, вот. Знаете, что такое айкидо? Когда энергию соперника используют против него же, самого. И вот он так действует. И вы понимаете, мы сами напрямую как бы вот не можем ничего сделать просто. И написано, что... И вот этот еще момент, знаете, некоторые люди, некоторые христиане думают, что вот христианская жизнь — это борьба против дьявола. Это ложь. Это ложь. Ему нужно противостать, написано, и он убежит. Аминь. Противостать, и он убегает просто. Ему все, потому что ты его же энергию используешь против него. И он не может не убежать на самом деле. И вот с этим молодым богачом тоже произошло. То есть вот он получил этот конфликт в свою жизнь, получил эту печаль. Он отошел опечаленный. Что же он мог еще сделать? Вот он отошел опечаленный от Иисуса. Но эта печаль... Она делает свою работу в людях. Поэтому я бы, на самом деле, больше бы хотел сегодня, чтобы мы не ободренные ушли отсюда, а опечаленные, на самом деле. Потому что нам нужен этот конфликт. Нам нужно действительно чувствовать себя немножко такими разозленными, да, немножко как бы рассерженными, да, немножко, может быть, неудовлетворенными, да, в том, как мы себя видим и что происходит, да. Но это вот как вот, да, Моисей, он убежал из Египта. И то, что мне нравится, вот именно в чем заключалась вот эта мудрость Моисея, что он отказался быть сыном дочери фараона, что он не пошел туда опять мириться. Вот он как бы дал этому конфликту и принял этот конфликт как есть, да, и не пошел мириться с тем, что уже однажды победил, с чем однажды уже поссорился. Поэтому вот возьмите себе эти ключи из этой истории для того, чтобы вот действительно правильно нам жить, чтобы вот мы имели этот конфликт. И для меня вот этот вот конфликт — это свидетельство настоящего, то, что должно происходить в наших жизнях. То, что механизм, он запущен, и мы не являемся уже друзьями миру. Понимаете? Потому что написано, если мы друзья миру, мы враги Богу. Но вы знаете, там обратно, если честно, если мы друзья Богу, мы будем враги миру. Yeah. И еще раз хочу подчеркнуть, какому миру? Какому миру? Где мир? В чем мир? В нас мир, в наших мозгах мир, в наших мыслях мир, в наших желаниях, когда мы
соглашаемся со всеми этими мотивами, которые вот в этом мире, в этой жизни процветают и двигаются, да? Что вот все, чем люди так гордятся в этой жизни, это есть не от Отца. Нам нужно это понять и в это поверить, и это начать практиковать внутри себя, начать тоже освобождаться от этих вещей. На самом деле это не Моисей убежал из Египта, это дьявол убежал от Моисея в этот момент. Конфликт произошел. И еще раз вот подтверждение того, что наша жизнь это не в том, чтобы мы боролись с дьяволом. С похотями, со своими, да, вот с этими вот постоянными переживаниями и так далее. Не в этом. И Иисус, написано, Он вот 40 дней был в пустыне, и вот в конце пришел дьявол. Чуть-чуть попробовал, Иисус его разозлил, и тут убежал. Все, его не было больше. Поэтому это неправильное вот такое вот направление, что мы должны вот бороться с ним. Не нужно с ним бороться, лучше внимания не обращай. Ты его больше этим разозлишь, не обращая на него внимания. Принижая, как бы вот, опять же, на что не обращая внимания. Давайте не будем рассматривать дьявола как личность. Давайте будем рассматривать дьявола как ложь внутри тебя. Ложь, неправильное видение жизни, неправильное осмысление бытия нашего, что на самом деле вот не то важно, что вокруг нас, а Бог важен. Ищем ли мы Бога на самом деле? Как мы ищем Бога? Умеем ли мы искать Бога? Движемся ли мы? Растем ли мы в этом, что мы больше ищем Бога, больше жаждем Бога? Больше пытаемся познать Его сердце, пытаемся как-то помочь даже Его народу, да? Как Моисей попытался, может быть, да, это были попытки, да, они как бы такие были нелепые, может быть, да, но эти попытки, они сделали свое дело. Конфликт произошел. Поэтому я вот еще раз на этом настаиваю, что трудно перенастроить, мы должны перепрограммировать себя вот в своих представлениях, что на самом деле является любовью к миру и что является нелюбовью к миру. Что мы привыкли, как люди, мыслить, знаете, есть такой дуализм, и это заблуждение, что якобы дуализм, в основе дуализма это два божества, зло и добро, добро и зло, Бог и дьявол, и якобы вот эти два божества, они борются друг с другом, да, знаете, значок там есть, черное, белое и так далее, но на самом деле Бог ни с кем не борется, вы понимаете это или нет? Бог, Он восседает на престоле, и для него, вот, ему даже никто повредить никак не может просто. Понимаете, вот даже вот краешка его одежды никто не может испачкать или что-то сделать. Просто это даже дьявол. Никакой там власти вообще совершенно не идет там о каком-то вот дуализме, так сказать. И вот мы в наших жизнях иногда применяем вот этот вот принцип дуализма. То есть, как бы, если это плохо, значит, вот нужно найти, что хорошо, и бороться этим хорошо против того, что плохо. Да? Не так это работает. Именно вот мы здесь видим, что нам просто необходим конфликт с этим, что плохо, и нам просто необходимо обличить это плохо и увидеть. То есть, суть тоже, понимаете, есть свет, есть тьма. Вроде вещи одинаковые. Правильно или нет? Тьма и свет. Но вы знаете, там принцип действия совершенно разный. Просто совершенно разный. Тьма может быть там, где нет света. Тьма на свет вообще влиять не может. Когда есть свет, тьмы нет. Она не может влиять. Написано, тьма не объяла свет. Свет светит во тьме. И тьма на него... То есть свет на тьму действует. Свет приходит, и он... И ее просто нет. Но тьма не может прийти в свет и сделать тьму. Понимаете или нет? Поэтому наши методы действия должны быть как методы у света. Мы вот этот свет Божий должны просто вот в свою жизнь пустить и увидеть все как есть. Закваска фарисейская, есть лицемерие, есть попытка жить в иллюзиях. Вы понимаете, что такое лицемерие? Это попытка жить в иллюзиях. Войти в эти иллюзии, поверить в эти иллюзии и показывать другим эти иллюзии. Понимаете или нет? Да.
И это и есть закваска фарисейская, вот это вот лицемерие, когда ты сам веришь в эту ложь. То же самое, что и ложь примерно, да? То есть есть смысл, настоящая правда, к которой мы должны стремиться и которой мы должны не воевать против неправды, а просто увидеть ее, знать. Понимаете, то есть как бы мы не должны вот быть такими, потому что это на самом деле вот этот вот дуализм, когда мы против чего-то боремся, это вот чисто человеческое, это душевность такая. Поэтому Слово Божие, оно пришло разделить, оно пришло отделить человеческое от Божьего, для того, чтобы мы могли увидеть вот это Божье настоящее, сильное, мощное, святое и не Божье наше. Осудить это, опозорить это, обличить внутри себя. Понимаете ли? Внутри себя. И не важно, на каком уровне находимся. Не важно, на каком уровне находимся. Мы просто должны изменить принцип своего существования. Принцип своего просто мышления. И Иисус все время об этом говорит. И мне очень нравится этим Иисус. То, что как Он думает. Как он думает, как он мыслит, как он видит. Вы знаете, чем отличается учение Иисуса Христа от заповедей закона? Я когда-то читал, там написано, да, то, что Иисус пришел и изменил писание закона на учение. Да? И я думал, ну что это такое? Шило на мыло поменяли. Но вот внутри меня был такой вот вопрос. Какая разница? Писание закона или учение Иисуса Христа? Он там тоже что-то вот прописано и так далее. А это принцип действия разный. Вот Писание нам просто говорит, закон, оно нас просто, ну, грубо говоря, вот это как нам дали пример из там высшей математики решить. Сказали, вот не решишь, все, труп. От этого зависит твоя жизнь. Ты должен это решить. И что ты можешь сделать с этим? Не можешь решить. Но пришел Иисус и научил. Ну, если тебе придет учитель и разложит, вот есть такая-то формула, если ты подставишь сюда такие-то значения, ты сделаешь так-то, 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 понял? Нет, давай еще раз. Еще раз. Понял? Нет, давай еще раз. И вы понимаете, Иисус, он очень терпелив, и он учит на самом деле. Он учит, он решает вот эти наши задачи и показывает нам, как это сделать. И поэтому самое лучшее, это конфликт. Потому что конфликт это как слово мудрости. Вы знаете, чем отличается слово мудрости от слова знания? Вот слово мудрости, ты не понимаешь даже как, но оно делает свою работу. Вот он его просто сказал этому молодому богачу, иди продай, да-да-да, сделай это, и все. И все, пошла работа в сердце, пошли вот эти взывания к Богу, не могу реально видеть себя человек, пошла работа. А слово знание, это вот то, что я сейчас вам здесь делаю. Вот все, вот могу разложить, так, вы все, да, классно. Ушли, и может быть чуть-чуть как-то вот осталось, чего-то, частичку, понимаете? То есть вот знание, оно как бы может быть даже больше вот, оно мне принадлежит, мое знание, я тут вот разобрался, вам передал какой-то отдельный кусочек, и то это работает как знание, понимаете? То есть слово знание, да, оно хорошее, оно там нам помогает, но слово мудрости, оно... круче, оно сильнее. Поэтому я вот каждому из вас просто желаю получить от Бога это слово мудрости, которое сделает этот конфликт в твоей жизни для того, что ты начнешь и начнется вот это вот разделение. Начнется это возобновление отношений. Потому что вот наше служение и как бы вот то, что мы делаем, это именно для этого. Потому что я верю, что нам нужно это обновление. Нам нужно, вот как у Моисея написано, у него этот конфликт произошел, когда он повзрослел. Это мне, наверное, наверное. Слово мудрости, да? Конфликт. Слово знания здесь сейчас. Конфликт. Ладно, все, тогда там прозвучало, я закончил. Это последняя труба прозвучала. Все, спасибо. Спасибо. Мне не за что. Если вас что-то коснулось, то это чисто от Бога коснулось. А если не коснулось и ерунда, то это от меня вот все было.